Сегодня соперничество тренеров в фигурном катании выходит иногда за рамки, как выходило раньше? Что значит выходит? Мы можем разговаривать, мы можем... Я вот так, я могу, для того, чтобы мне было легче, я могу не разговаривать с кем-то. Если я со своим спортсменом, я могу не разговаривать, я могу проходить мимо. Да, но я всегда скажу, здрасте, ответит мне, нет, это не мой вопрос. Работа с судьями, но я имею в виду. Я не работала с судьями. С прессой, к примеру. Я не люблю это. Я считаю, что все после. Что до нельзя. Потому что пресса, она же никуда не денется, если будет интересно. Вот я Лешу так учил, просила его. А они тоже никуда не денутся, если им есть что оценивать. Надо сделать так, чтобы тебя оценивали так, как ты работаешь. У нас должно быть честно. Иначе нельзя работать тогда тренером. Если верить в эти махинации, нельзя работать тренером. Никогда первое место так не решается. Это может решаться пятое, четвертое, какими-то махинациями. Никогда первое место не будет решаться с переговорами. Оно будет честное. Никогда. Нужно сделать так тренировочный процесс и так подготовить человека, чтобы он был заметно выше.